Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас уже наконец-то обнова. Решил запилить еще видосик на русском. Что нас ждет? Новый герой Акне Крелл. Его вы видели. Сейчас еще раз покажу его. Сегодня мы будем его тоже доставать. Так, собрать. Еще ничего не собрал. Примчался пилить обзор на обнову. Так, Акне Крелл. Будем идти по списку. Так. Поменялось у нас здесь интерфейс в осколках наш. Так. Где ты, блядь? Ждал я тебя на китайке. Ну, все-таки открою здесь. Вот так он выглядит. Жесткий герой, по идее, будет. Наносит урон, равный 250 от атаки ближнему вражескому герою. Каждых 0,2 секунды. 10 ударов за 2 секунды получается. 2500 урона будет. Также он уходит в форму, повышает урон, получаемый этим героем, на 50% в течение 1 секунды. Это тоже очень круто. Можно будет на архидемоне тестировать. Также у него есть форма 1760 от атаки в течение 4 секунд по вражеским целям. В общем, накладывая паралич. В общем, это будет реально жестко, ребят. Прокачаем сегодня, посмотрим. Быстрый набор энергии. Так, окей, с этим разобрались, побежали дальше. Сеты из четвертых рун в эмблемы. Эмблемы могут быть улучшены до 6 левела. Это я вам уже показывал. Сейчас быстренько на примере управления рунами. Тоже интерфейс поменялся. Преобразовать руны. Вот у вас есть сеты. Давайте пятерки посмотрим, что у меня там есть. Ремка, пятерка, да. Берем так, раз. Преобразовать. Окей. Делаем еще одну. Окей. То есть, видите, увеличение получается плюс 50 там. 2 силы и плюс 1000 жизни. Это уже плюс. Также мы можем их улучшить, эти эмблемы. Ну, ремку я не могу улучшить. Давайте сейчас какие-то другие снимем. Так, что тут у меня есть? Грубая сила. Вот можно берсы улучшить. Сейчас поснимаем все, что есть такое интересное. Вот еще берс. Давайте на примере берса посмотрим. Ковать руны. Преобразование. Так, пятый сет. Преобразовать. Абсолютно это все бесплатно. То есть не надо тратить ресурсы на преобразование. Дальше мы можем улучшить эмблемы. Две эмблемы. И нужен вот этот камень. Пока где его брать? Скорее всего, он будет донатным. Возможно, нет. И у нас получится 6 левела. Какие будут базовая атака и жизнь, пока неизвестно. Но вот это больше всего интересует. Сама стата будет такая же, как у таланта на 6. Так, поехали дальше. Так, футбольный интерфейс, коварные события. Так, это не фон, это у нас вот здесь, я уже показывал. Пилю для тех, кто не разбирает китайский. Украшения, статуи, вот здесь у нас есть Анубис. Кто там еще, кто-то один был, по-моему, не помню. А, и этот, и ниндзя. Так, есть, с этим разобрались. Побежали дальше. У нас сегодня куча контента будет, надо все успеть. Новая страница загрузки. Это вы уже видели при входе в игру. Так, украшение статуя есть. Область судьбы. Деревня Вуду. Тут мы будем тоже сегодня качать очень много героев. Так, где там наша деревня Вуду. Вот она притусовалась здесь. С этих героев, которые здесь есть, ну реально ворожай. Ну и медуза. Сейчас тоже рассмотрим. Давайте сразу их изменения. Все остальное синь-зелень. Нахрен мне нужно. Так, смотрим. Рибит. Десятка, одиннадцатка. Уменьшает атаку на 15%. Это уже интересно. На 20%. Вот это интересно. Он встает дебафером. 20% понижения. Уже более-менее плюс урона у него добавляется. Посмотрим, может что-то изменит в герое. Так, дальше. Ворожай. Вот ворожая будем качать в первую очередь. После того, как синь-зелень прокачаем. Так, что у нас тут? Наносит урон 380 от атаки. 5 целей. На 11-м. Так, сейчас, стоп. Так, 400 увеличивается урон и лечит уже 5 дружественных героев. Это очень большой плюс. А на шестерке? На шестерке у нас меняется только статы. То есть плюс 11 можно качать смело, плюс 1 цель. Ну, конечно, 12 это в идеале будет.
Так, медуза. Медуза. Две цели. Так, две зоны, точнее. С руки бьет три цели. Дичарь шанобляет что-то. Так, и скорость их передвижения на 50. Вот, а теперь она еще уменьшает скорость передвижения на 4 на 50. Охренеть. Вот это-то кайф. И плюс стан 3 секунды. Ну, 11 однозначно надо качать. 50%. Я считаю, это очень, очень достойный бонус для медузы. В лабиринте это однозначно будет топчик. Так. Поехали дальше. Новая версия архидемона. Какая новая версия архидемона, мы это узнаем, думаю, в ближайшем будущем. У нас скоро будет, может и сегодня даже будет, архидемон. Так, окей, отлично. Посмотрим, что это за новая версия. Возможно, на китайке быстрее или на каком-то другом сервере быстрее будет. Так, дальше. Два новых облика героев. Железный вратарь, Фрэнк и Оптимус Primal Bigfoot. Я их вам уже показывал. Сегодня у нас есть набор Bigfoot. Я его забрал. Сейчас мы протестим, посмотрим Bigfoot'а. И пройдемся сейчас по акциям, посмотрим, что есть на других героев. Так, так, так. А образ петушка мы посмотрим попозже. Сделаем отдельный обзор. Так, Bigfoot'ы. Вот наши Bigfoot'ы. Получить обмен. Окей. Вот так он сейчас выглядит уже. Так, смотрим. Смотрим на него в действии. Так, ну давай включайся. Вот он включился. Ну, изменений как бы в талантике я не вижу. Но прорисовка, конечно, прикольная сделана. Сейчас еще посмотрим там, где. Давайте где-то здесь его выбросим. Ну, так вот он теперь выглядит. Как дедушка старенький, лет 50. Трусики порваны, яйки висят. Вот это я бы так сказал. Это была, конечно, шутка. Так, ну, не знаю, ребят. Такое себе. Обрисовка интересная, но изменений никаких особо нет. Что дает его облик? Сейчас мы посмотрим. Атака 460 тысяч. Ну, в принципе, более-менее нормально. Так, дальше. Дальше что там у нас? Изменения заглавки нахрен не нужны. Спасение золота тоже все фигня. Так, кнопка сменить в колесе. Вот нас сюда ее добавили. Вот так хоть она выглядит более-менее нормально. О, ничего себе, оно теперь и назад будет крутиться. Ни хрена себе, вы че? Короче, такое. Ничего интересного с этого нет. Смотрим дальше. Изменен интерфейс эволюции героев. Интерфейс эволюции. Вот так вот оно выглядит. Сейчас все. Ну, я не вижу. Ну, вот это об этом, наверное, они говорят. Ну, вот такое себе. Дальше, дальше, дальше. Ну, новый герой, мы его можем получить либо за донат, либо собрать осколки. Осколками с сундучков это мы сделаем. Давайте быстренько пройдемся, посмотрим, что у нас по акциях есть. Сегодня есть огнекрыл, будем его однозначно забирать. Так, рулетка удачи, профессор Риббит, это было. Обновляет таланты, это будет. Русская рулетка. Это стандартная жара, мороженки, рубашка вверх, профессор Юбит, Афина, Седна. Так, а ну-ка. Пропуск, неделя второго, скорее всего завтра будет обзор на второй скин. Так, карты таланта, бонусы, и смотрим жара. Ну, жара, по-моему, здесь можно забрать. Записи, правила,
Да, вот здесь окнекрыло будем собирать. Ну, все, в принципе. Вот такой вот быстренький обзорчик был. Думаю, вы это все видели на китайке. Также есть один прикол. Сейчас зайду сразу на китайку, вам покажу. Новая система. Ее уже здесь открыли. Она будет, судя по всему, донатная, либо как акция. Не знаю, откуда камешки брать. Так, давай, заходи. Открылся в алтаре дополнительно камешек. Вот он так вот выглядит. Если видите, то есть вот 6 часов 28 минут, то есть вот это вот идет, это действие, то есть акция, скорее всего, вот эти камни. Отображается оно в акциях. Вот тут последнее вот это, вот оно сюда перекидывает. То есть это, по сути, будет донатная акция, скорее всего. Но сам прикол в чем, что отсюда можно вытащить. Сейчас я вам покажу. Нанять. Вот нажимаете сюда, смотрите, здесь можно получить топовые осколки героев. Некоторых, вот смотрите, огнекрыл вообще некраса 10, а этого 2 всего лишь. То есть он входит в редкие вообще. Сейчас, возможно, будет что-то изменено, и плюс можете получить героев цельных. Ну, я считаю, это отлично. Посмотрим, как, за что будет именно здесь у нас ролл. И как добываться эти камни. Ну, думаю, это будет интересно. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репостики, участвуйте в конкурсах. Я побежал дальше выбивать огнекрыло и тастить его. Очень чешутся руки. Все, всем пока.